Трейдер вагон плохая платформа, нету графиков, как росла прибыль у этих лидер-трейдеров. И они прям сливаются сразу. Наверное, 1 сентября повлияло. Школьники пошли учиться, уроки делают, теперь им некогда зарабатывать бабло. Родители говорят им, что ваше зарабатывание бабло это все херня, нужен аттестат. И вот бедные школьники начали сливать. Так что бегите из трейдер-вагона. Самая плохая платформа из мной опробованных. А мной была опробована BingX и Bybit. Трейдер-вагон — это шляпа, это дочерняя платформа от Binance, на которой якобы можно копитрейдить. Всем пока.